красавцы как на подбор. Несмотря на волнение, каждый из них собрался и показал творческий талант, находчивость и природную артистичность. Пятеро юношей – представители разных кафедр. Каждый из них продумал и подготовил свой образ. Шурик, Д'Артаньян, Остап Бендер, кроме знаменитых героев легендарных кинофильмов, были и образы известных музыкантов. Мистер филиала ПГУ – один из самых популярных конкурсов среди студентов вуза. Уже ставшее традиционным мероприятие проводится более 10 лет. Я думаю, все-таки этот конкурс ребят сплачивает, делает их более дружественными, чего не хватает на сегодняшний день, открывает новые таланты. То есть ребята, они где-то замкнуты, зажаты, и этот конкурс дает им возможность раскрыться, даже самореализоваться. Конкурс названия лучшего студента в этом году, впрочем, как и всегда, собрал полный зал. Болельщики поддерживали бурными аплодисментами своих фаворитов. Замечательное выступление. Ребята проявили себя с очень хорошей стороны. Показали свои лучшие качества. Если бы не наш филиал, таланты не раскрылись бы. Все нравится, отлично. Артур Андрон, мой кумир, харизматичный, хороший парень. Нам понравились в основном, большинство участников, потому что каждый старался, каждый хотел проявить себя, и поэтому каждый достоин внимания и очка, на наш взгляд. Творческие номера очень понравились, ребята, видно, что старались, они очень большие молодцы, видно, что они волнуются, конечно, но это простительно, мне кажется, в этот момент, и я же могу пожелать им только удачи, и пусть победит сильнейший и достойнейший. Не каждый будет готов в таком конкурсе участвовать, это нужно иметь много талантов, нужно быть храбрым и быть к этому готовым. Мистером Рыбницкого филиала ПГУ 2019 стал Дмитрий, покорив и зрителей, и жюри умением уверенно держаться на сцене, ярким артистизмом и харизмой. Я люблю выступать с чувством и дарить людям эмоции, хорошее настроение. Тем более я занимаюсь творчеством, и почему бы нет? Мистер находчивость, мистер обаяние, приз зрительских симпатий. Конкурсанты получили призы и слова признательности за креативность и отличное настроение, подаренное всем. Мы как-то традиционно уже присутствуем на ваших конкурсах, и это нас все-таки как-то вдохновляет, воодушевляет. Молодцы ребята, здорово подготовились, действительно показали и эрудицию, и находчивость, и смелость, и талант. Молодцы, все было очень здорово, праздник получился, как всегда. Хороший, замечательный, яркий праздник. Все круто, классно, мне очень понравилось вообще. И я очень рад, что со мной присутствовали мои друзья, мои одногруппницы, любимые девочки, которые за меня болели. Все классно вообще. Мне очень понравилось, серьезно. Саша! Саша! Таня! Паскаль Александр, номер один в Приднестровье, номер один в России, во всем мире. Вот вы сами все видите, да? За меня болели все. Наталья Елисеева, Ирина Шлаева, Олег Слободенюк, Клик ТВ.